Февральский снегопад нахлынул на неделе, что явно затруднил езду машин везде, и в юге не впопад с метелями все пели, а он спокоен был в своей смертной беде. Всю жизнь театр, кино, так свойственно актеру все силы, отдавая для зрителя, для нас, сыграв буквально все. Он был режиссером, свой долг осознавая, он радовал не раз, спокоен в своих ролях, идущий к своей цели, живя одним театром, судьба жила кином, жизнь на больших подмостках, талант его на деле, смысл жизни был о главном, как, впрочем, обо всем. Кружит февраль, метелит, снегами все заносит, метели воют жалко, скорбит, как бы зима, и сердце снова щемит, актер от нас уходит. Как не было бы тяжко, но это навсегда. Мне были знакомы с Сергеем Юрским даже, но фильмы и театры его я почитал. Всей жизни перемены уходят еще дальше, и Божьей воли кары, чтоб кто-то умирал. Мне очень жаль и больно, что так все происходит. С любимыми прощаться вот так, как никогда. Свечу зажгу не больно, она скорбит и стонет. Душа будет пытаться уйти уже туда. Свеча дрожит, мерцает, икону освещает, и фото у иконы Сергея Юрского стоит свеча, рыдая, плачет, скоро вот-вот погаснет. Смертельные законы, таков смертельный быт. Что ж, наступает время, и нам пора прощаться. Я помянул актера опять в который раз. Проклятая неделя, заканчиваю вкратце, а за окном глумится февральский снегопад. Спасибо, говорю я, вглядываюсь в фото, улыбчивое лико с улыбчивым лицом. Лишь только прошепчу я, покойся с миром, с Богом. Свеча погасла тихо, спи вечным уже сном.